Ну что ж, вот прямо здесь, в обычной питерской многоэтажке, живет необычная семья с замечательными рождественскими традициями и чудесами. Здравствуйте! Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Заходите! Спасибо! Мы вас очень ждем! Отлично! Так, давайте знакомиться! Меня зовут Кирилл. Меня зовут Оля. Оля. Так, ой, как вас много. Здорово. И все в белом. Молодцы, готовились. Так, давайте. Кто? Я знаю, что здесь есть точно Владимир. Это ты, наверное, да? Владимир. Ну, значит, ты Михаил, соответственно. А меня, пожалуйста. Алена Владимировна. Да, Алена Владимировна и Алина. Очень приятно. Ну что, давайте будем готовить. Ну что, скажите, что мы готовим? Мы готовим обычный салатик, полезный витаминный салатик. Здорово. Я вижу, ты часто режешь, да, помидоры? Хорошо у тебя получается. Их нужно резать острой стороной ножа. Да ладно, хорошо режешь. Это традиционное блюдо у вас в семье? Насколько часто он вообще бывает? Часто, постоянно бывает. То есть это, нельзя сказать, что это прям особо праздничное? Не особо праздничное, но очень любимое блюдо, на самом деле. Главное, и, что любимое блюдо. Ну, конечно. И любимое, и бюджетное, и в то же время полезное. Что немаловажно. Да. Готовите вы чаще вместе или чаще мама только одна? Чаще у меня готовят, честно признаюсь, дети. Потому что маме приходится много работать, молодец. А детки, они помогают. Но это вот девочки, конечно. Вова у нас такой больше снабженец. Он у нас магазины, это вот куда-то сходить, купить что-то там такое. Не только купить, его можно заработать. Кстати, у нас в этом году он заработал хорошую сумму. Серьезно? Да. Вова не женат. Если вы смотрите сейчас передачу, ему всего 14 лет, поэтому... 13. 13 лет, поэтому расслабьтесь. Но Вова уже зарабатывает. Хорошо. Значит, у нас понятно уже. Значит, огурчики порезаны, помидорчики порезаны. Вова их опробовал, сказал, что ему понравилось. Слушайте, ну это замечательно, когда вся семья вот принимает участие в таком, как-то работают все вместе, работают на общее благо. Я правильно понимаю? Да. То есть все работают на семью. Ну это сплочает, да. Объединяет, когда бывает времени мало, вообще побыть вместе. Угу. А очень хочется кушать, конечно, да. Это делается все оперативно, быстро, в единстве, потому что все достигают определенной цели. Здорово. А есть какие-то правила вот у вас на кухне? Вот, например, после обеда, после ужина или после завтрака, вот, или перед? То есть, ну, какие-то правила, которые вот они вот именно в вашей семье, это традиция вашей семьи? Да, у нас есть традиция, это график, так. Который мы соблюдаем. Вот у нас там есть на график? Холодильничке, да. У нас есть график обязательств. В определенный день один ребенок делает одно дело. Четыре ребенка, значит, делается четыре дела в день. Вы гениальная мама, я вам хочу сказать. Ну... Друзья мои, это лайфхак. Это просто лайфхак. Четыре ребенка, четыре дела в день. Можно просто в идеале вообще содержать свой дом. Ну... Ты рад этому? Да? Молодец. Всего одно дело, да, нужно сделать? Ну, на самом деле, это такие основные четыре дела. Это помывка посуды, так. Вынос мусора, так. Приготовка еды. Так. Как правило, это Алена у нас по тарелочкам, ага. Номер один. И полы, еще полы. Помыть или подмести полы. Ну, в обязанности еще входит немножко убрать за котом, за котами. Понятно. Слушайте, ну здорово, это прям на самом деле такой лайфхак. Очень хороший совет вообще может быть для всех. Часто бывает так, что мама прям не успевает. Одна мама трудится в семье, а все остальные с благодарностью потребляют ее труд. Но на самом деле это вот благодаря вот этой помощи детей и, наверное, наша семья на плаву. Она успешная, но в плане там общения, единства, мы вместе. И нас это действительно сближает. Да. Ну, конечно, для нас хочется вот ввести в традицию, чтобы было, несмотря на празднование всей страны Нового года, мы бы хотели, чтобы в нашей семье действительно первым отмечалось Рождество, угу. А потом уже, ну, совместно со страной, как бы мы
не то, что даже почитали Новый год, а просто с благодарностью, с молитвой входили в этот Новый год и действительно, ну, просили благословения у Бога на весь предстоящий год. Здорово. Ну, как правило, мы, конечно, Новый год отмечаем не дома, не с пирогами у телевизора. На Дворцовой? Нет. Нет. Угадайте. Да. Мы отмечаем в церкви. У нас большая община, и мы за красивыми оформленными столами, как правило, это домашние группы, в которых собираются, да, определенные люди. Мы готовим сценки, оформляем наши столы, конечно, вкусняшками там всякими. И ровно в 12 ночи, когда подбой курантов, Владимир Владимирович сказал слово, а наш пастор сказал нам благословение, мы встречаем с молитвой. То есть, и вот в этот период, когда там бой курантов начинает все это сверкать, летать, мы просто в молитве. У нас вся церковь единство в молитве. Но на самом деле это сближает, и получается, ну, в душе ты чувствуешь благословение. Ну, по сути, это получается, вы, раз вы вместе это делаете, вы же там всей семьей. Да. Это тоже ваша семейная традиция? Наша семья. Встречать Новый год в церкви? Да. Удивительная традиция, по-моему, очень даже приятная и очень классная. Вот мы за таким небольшим праздничным столом, и курочка готова, пирог готов, чай налит. Ура! Ура! Замечательно. Ну что, расскажите мне вот что. Вы елочку ставите на Рождество или нет? Конечно. Ставим. Да? Ставим. А вы ее вместе ставите, или это просто кто-то быстрее поставьте, быстрее, там, время, не знаю, там, 11:20 вечера, быстрее, а елки-то нет. Как это происходит? Ну, в последнее время это уже дети ставят елку, уже ее достают, распаковывают. Маме уже не до елки, если честно. Но, конечно, ради детей вот эти традиции, они хочется их поддерживать, да? Дети ставят, дети наряжают. Скажите, а вы делаете игрушки сами на елке? Да, у нас много там. Вы сами делаете игрушки своими руками? У нас было много, прям завод по производству елочных игрушек. Класс, ну это прям, можно сказать, это вот ваша традиция какая-то уже, еще одна. Смотрите, сколько мы традиций, кажется, ваших семейных. Просто, даже да. Есть где-то шарик. А мы этого не замечали, да? А вы не замечали, да, каждый раз делаете. Да. Ну это девочки, наверное, в основном делают, да? Или парни? Нет, Миша вон делал, у него там, вот как раз недавно видела, у него ангелочек такой сделал, очень красивый. О, милота какая. Миша сделал ангелочек. Хорошо, скажите мне, вот такой у меня вопрос, может быть, глобальный несколько. Что для вас Рождество? Ну, главный такой праздник года, наверное. Угу. Ну, это, естественно, не застолье, это что-то внутри, глубоко, в сердце. Именно отношение к Господу, что Он родился, ну, почтение Его. Так же, как мы празднуем, наверное, свои дни рождения, да? Ну, благодарим Бога за то, что мы родились, также и благодарим Его за то, что Он родился для нас и дал вообще нам какую-то будущность, мне кажется, надежду. Ну да, что правда, то правда. Ну, ребята, вы, что для вас Рождество? Ну, как начало Нового года.
что-то новое. Не само 31 декабря, а вот именно Рождество. Вот, начинается вот с этого Новый год. Вот. А по человеческому календарю, ну, я не сужу, поэтому только вот с начала Рождества, но ну, я так считаю. Ну, для меня тоже это как бы это чудо вообще, что вообще Рождество есть, что есть Иисус, который родился ради нас. То есть, да, это происходит обновление внутри. Хорошо. Миша, тебе есть что добавить? Это праздник для Бога. О, здорово. Скажите, а чудеса какие-то происходят у вас на Рождество? Происходили, может быть? Может быть, есть какое-то у вас, не знаю, такое чудо или как-то свидетельство чего-то такого невероятного, чудесного, что произошло, случилось, и это теперь является частью истории вашей семьи? Да, было. Ну, года два назад, да, дети? У нас было такое событие, когда один предприниматель нашего города, просто узнав о том, что у нас есть такая большая семья, ну, был расположен к тому, чтобы спросить у каждого из детей, кто бы, ну, кто что хотел бы получить на Рождество. И в канун Рождества, вот именно к дате 25 декабря по старому стилю, он спросил у них, они написали записки, мы это все ему передали через наших знакомых. И тогда Вова что-то куртку захотел, рюкзак, ну, какие-то такие вещи, которые вот, ну, нуждались, вот, а купить возможности не было. И он купил просто лучше, там, ну, брендовое, дорогое, то есть это не дешевое какое-то, а это, ну, действительно, вот, он почтил, как бы, ну, Бога вот этими подарками, потому что мы были очень благодарны, мы молились за него, и в итоге этот человек, он просто к Богу, ну, обратился, он покаялся, это знакомый оказался наших друзей. Ну, когда-то ему просто свидетельствовали о Боге, о церкви, и когда он захотел помочь, мы, ну, тоже ему благодарственное письмо написали от семьи, поблагодарили, что действительно вот то, о чем мечтали, у нас сбылось. И он был счастлив, и, конечно, для нас это было тоже чудо, потому что никогда не ждешь, откуда придет милость и помощь Божья. Здорово. Вы рады были? Конечно. А ты что попросил, Ален? Мишку. Мишку? А Вовка куртку? Попросил колонку. Нет, куртку черную с капюшоном и с мехом такой ты хотел. Нет, нет, Володь, ты попросил куртку, да, мама? Ты попросил куртку, запомни. Да, еще вот это было все написано на записочках, все запротоколировано, кто что хотел. И главное, расцветку, он все там, вот Алина просила цветной рюкзак там, ну, ей попался, ну, с полосками цветными, но все равно мужчина выбирал подарок, это было очень-очень сильно. Здорово. Слушайте, ну как удивительным образом так все происходит. По сути, Рождество, оно как-то принесло чудо и в вашу жизнь, и чудо в жизнь того человека. И так это все, ну, прям, ну, настоящее рождественское чудо. Здорово? Ну, здорово. Да. Слава Богу. А вы друг другу подарки дарите на Рождество? Да. А вы руками их делаете или покупаете? Копите деньги? Ну, бывает, что-то руками делаем, там, открыточки какие-то, сюрпризики, там, бантики вот эти вот, да, это обрамление подарка, вот. Ну, а так что-то, конечно, выделяются средства на подарки друг другу. А, вот так вот, да? Из семейного бюджета? Да. А было такое, ну, давайте вот я вот вас спрошу. Да, да. Было такое, что вот прям удивило, вот подарок прям удивил? Да. Да? Да. Ну, давай, расскажи. В общем, у нас еще такая была, это в прошлом году, вроде, ну, я точно не помню, это, вот, у нас, в общем, мама сделала такие мешочки, как бы, в виде носочка. Да. Вот, и туда, как бы, до недели, вроде, или на неделю уже Рождества, мама там кидала каждое утро всякие вкусняшки, все дела, и в последнюю уже, это, когда
уже это Рождество было. Ну, мама мне подарила прям то, что я хотела, это подводку, конечно, и тушь новую. Ну, вообще, ну, счастье просто... девочки, что еще может быть? Мама сама подарила подводку и тушь. Ну и, конечно же, в преддверии Рождества телеканал ТБН не мог прийти к вам с пустыми руками. У нас есть для вас очень маленький, но такой приятный, вкусный сюрпризик. Мы хотим подарить вам вот такой вот милый вертеп. Такую елочную игрушку или как такой, не знаю, сувенирчик. Он может либо стоять на полочке у вас, либо висеть на вашей рождественской елке. Оля, это для вас. Держите. Спасибо. Да. А вы все можете похлопать. Очень красиво, и главное, символично. Дорогие друзья, с вами была программа «Все свои». Мы поздравляем вас с наступающим Рождеством. Созидайте свои традиции, созидайте свои какие-то важные моменты в вашей семье. И пусть Рождество в вашей семье и в вашем доме, оно будет чудесным. И пусть принесет много доброго, приятного, позитивного и, главное, чудесного.